Тео, гляди сюда хотя бы, чтобы хоть что-нибудь происходило. Отлично. Давай. Ну что, свет у нас нормально. По-моему, фонари уже видно, нет? Это Теодор светит. О, видно фонари. А ты думаешь, там что-то на GoPro будет видно? Ну, вот тут близко. Там дело звучно. О, красота! Рано! Ловушки сразу забираю у него. Не вот. Опа, Нептун. Поймал рыбу? Сачок? Нет. Поймал. Сачок порвал? Рачков поймал. А, рачков поймал. Рыбы нету? А ты все ловушки снял? Да. Я не все. Только что снял. Ловушки ничего не было. Не было ловушки ничего. Так, сачок, сачок, возьми самое главное. Тело, держи сачок. Сачок, да. Аккуратненько. А рыба, а так, ты видел их хотя бы живьем там? Не видел. Да подожди, давай мы их внимательно посмотрим. Ну, здесь рачок есть. Рачок есть? Да. Давай мы их тут посмотрим. А может, а сколько там еще ловушек осталось? Да вот здесь только что убили. Ну давай, может, забери туда. Да. Там ничего нет? А, вот, да, тут плавает. В сачке, смотри. В сачке аккуратно. Рыба? Да, да. А, что? А, а что? А давай вот это видео вот, занеси вот сюда. Вот. А, не видно. Вот он ползает. А, я вижу его. О, здорово, классно. Мы сейчас его снимем. Гляньте банку воды и выпусти туда сачок. Банку воды, вот, какую банку? Твою банку. Любую банку, мою банку, да. И выпусти сачок. Мы их сначала, да, мы сначала их выпустим в воду. Поезжали спирт здесь? Да, конечно. Давай сразу спирт твоей матери, которая приехала. Вот эту банку можно набрать воды. Куда его выпустить? А, да, это нужно... Это можно как бы дальше. А почему? Это вот банку ушло. Или смерть? Нет. Он потом будет фильм его разобрать, его усеять. Ну, тогда можно это целое, эту банку. Ну, просто, очень мутно. А? Не видно их? Все пустые. Все будут пустые. Я до пустые заходил. Зашел в окно. Ну. Через метр закончилось еще два. Как так? Закончилось? Метр два полез. И вообще еще нету ничего там? Щель полная. Полная щель? Щель только. Понятно. Ну, последняя интрига. Вон двух капитанов. Да.